Телеканал КРТ представляє. А зараз у нас є можливість підключити до нашої розмови мого особистого знайомого, приятеля, пана Юрія Собичакова з Канади. І він зараз в Канаді, нехай він розповість, як йде перебіг карантину і ліквідація пандемії в цій країні. Будь ласка, пане Юрію, вам слово. Питання. Добрий вечір. Будь ласка. Я хотів би одразу розказати пару слов о статистиці, що відбувається в Канаді. За последний месяц сделано 160 тысяч тестов, выявлено 4018, я буду говорить, округлять немножко, 4000 больных, из них 39 на сегодняшний день умерло, к сожалению. Ну, как по провинциям разбросаны больные, я рассказывать не буду, это не так важно. Я хочу сказать, что делает страна для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Значит, жесточайший карантин введен. В связи с тем, что у нас медицина государственная и бесплатная, то государство не церемонится с гражданами. Введены штрафные санкции за выход на улицу по $1000 на человека, если он идет не в магазин за продуктами. Мы все сидим на карантине, включая вооруженные силы страны, кстати. Я сегодня слушал командующего военно-морскими силами Канады, который сказал, ваша основная задача, мои подчиненные, это быть здоровыми. Сидите дома, пока вас не позовут назад на службу. То есть все вооруженные силы. Я просто слушал флотского, потому что я последнее время служил во флоте. Значит, каковы условия? $1000 с человека, если за каждый день нарушение этого карантина. Это же включается запрет на собрание более 5 человек. То есть если к вам подъехала машина, одна из нее вышла пара, и она к вам зашла, это еще ничего. Если две машины стоят у вашего дома, то все, считайте, что подъедет полиция, потому что люди моментально звонят в полицию и сообщают о нарушении. Что еще? Для тех, кто вернулся из-за границы, как это сделал недавно наш любимый Лев Лещенко, вернувшись из Соединенных Штатов, будучи больным, пошел к Игорю Крутому на пьянку. В результате сам больной и люди уже ложатся пачками в больницу после него. Все там, кто у него был, Леонтьевы, все эти известные фамилии. Так вот, за такое нарушение в Канаде $1 миллион штраф и до 3 лет тюрьмы. Вернувшийся из-за границы человек 14 дней должен не выходить из своей квартиры вообще. Приведу пример. У меня есть в Оттаве мой друг, который раньше работал в Борисполе авиадиспетчером, сейчас капитан канадских ВВС. На мартовские каникулы, школьные каникулы, он съездил в Доминиканскую республику. Вернулся по окончанию каникул и закрылся дома на 14 дней. Его сослуживцы ходят в магазин, когда покупают себе продукты, и оставляют ему на пороге. Он дверь не открывает им. Они звонят ему по мобильному телефону и говорят, мы тебе продукты принесли. Вот насколько жестко все происходит. В Канаде открыта линия 811, ну вы знаете, у нас все 911, там если пожар, медицинские проблемы или полицию вызвать 911. Специальную линию открыли 811. Если вы чувствуете себя плохо, вас интервьюируют, каковы у вас признаки. И если есть подозрение, что вы рассказываете о коронавирусе, к вам приезжают домой и тестируют вам. Это так вот жестко все происходит. Пане Юрію, можна на завершення запитання? Все ж таки, дуже навіть кольором на карті світу відрізняється Канада, замальована, що там не так інтенсивно. На вашу думку, які основні кроки американський уряд не зробив, а які зробили в Канаді, що дозволило так чітко відрізнятися, власне, по рівню зараженості? Именно жесткое отношение государства по отношению к своим гражданам и по отношению к этому карантину. Понимаете, ситуация какая? Мы закрыли американскую границу. Такого не было в истории. Ну, мы, я имею в виду канадское государство, закрыло американскую историю. У нас 3,5 миллиона человек постоянно проживают в Соединенных Штатах. Так называемые снегири, которые на зиму туда улетают и переживают на юге Соединенных Штатов нашу холодную зиму. Их всех оставили там. Потихонечку вывозят, но через 14-дневный жесткий карантин. Понимаете? То есть есть люди, которые путешествуют на своих автомобилях туда-обратно. Стоят заслоны на дорогах, чтобы не пустить. Пане Юрію, от у нас тут зараз така дискусія стосовно того, державна медицина і приватна медицина. Ну, не тільки ваш досвід, ви як громадянин Канади, але чисто життєвий досвід, бо тому що ви бачили радянську ще медицину, бачили частково українську, і зараз ви вже достеменно знаєте про канадську медицину.
Дело в том, что Канада очень богатая страна. На всякий случай, из семерки, вот этой G7, она единственная, которая практически не имеет государственного долга по сравнению со своим ВВП. Поэтому она может себе позволить и врачам платить огромные деньги, и содержать медицину такую, что позвонил по телефону, и буквально завтра, послезавтра тебе найдут 15 минут для того, чтобы ты посетил врача. А на сегодняшний день сказали так, ребята, в скайпе, с врачами пока никуда не ходите. Понимаете, о чем речь идет? То есть медицина государственная, но тогда, когда все остальное в порядке. Так просто, когда нужно позакрывать огромное количество дыр, не получится, в том числе и медицину. Здесь и образование бесплатное. Здесь образование школьное позволяет без всякой, скажем так, специальной школы поступить в самые лучшие университеты мира после образования. То есть, мое мнение, государственная медицина, чтобы каждый мог иметь возможность, чтобы каждый имел возможность лечиться, а не думать, ага, у меня просто грипп, я не пойду заплатить $500, чтобы провериться. Раз и помню после этого. Наши друзья в Соединенных Штатах только так и живут. Поэтому на сегодняшний день вся молодежь в Майами отдыхает. Я видел видео, когда тысячи молодых людей говорят, отлично, каникулы продлили, мы не возвращаемся ни в институты, ни в школы. И, власне, потому что... Чому, коли така медицина передова в Європі і в світі в цілому, в цих країнах G7, G20, чому так відрізняється кількість уражених? Ви мене спрашуєте? Да, пане Юрію, вас так. Я вам скажу, це менталітет людей. Менталітет людей, коли італійці, посаджені на карантин, дивляться в вікно і чекають, коли поліція піде на пересменку. І одразу кажуть, о, вони пішли мінятися, пішли в гості. Живут все в семьях, по три поколения вместе. И дети уходят к одним в гости, взрослые уходят к другим, а старики уходят к третьим, а потом возвращаются. Дякую. И те, и другие приходят назад. Дякую. В Канаде это народ виноват. Дякую.